Это заброшенный небоскреб. В нем есть каждый биом, который вы только можете представить. Начиная с обычных этажей, например, шахты, пустыни, леса, переходя к сложным и редким. Например, лаборатория, канализация, этаж апокалипсиса и многое другое. Сложность также будет в монстрах, которые будут постоянно нам мешать. Одной из важных составляющих этого выживания станет сюжет. Мне предстоит выяснить, почему небоскреб стал заброшен, раскрыть все тайны этого места и выжить тут 100 дней. День первый, я появился на каком-то этаже. С виду он был заброшен точно так же, как и этот небоскреб. Смотрите, на каком этаже мы появились и кто это такой? И почему он начинает танцевать брейк-данс? Об этом небоскребе я не знал абсолютно ничего. Только то, что здесь огромное количество этажей, и я появился на одном из них. Конечно же, первым делом я решил добыть дерево и сделать свой первый верстак. Из интересного на этаже можно было заметить сломанный лифт, который, наверное, каким-то образом я должен починить. Так что первой задачей я оставил себе все осмотреть. Так, тут у нас есть патрончики, окей. Золотой крючок и золотая удочка. Здесь есть аудиокассета ученого. Такие аудиокассеты я буду находить на разных этажах этого небоскреба. Самое главное, что их можно будет прослушивать, для того, чтобы понять сюжет и узнать, что же тут все-таки произошло. Кажется, я потерял сознание, не понимая, что произошло. Двери на этаж не поддаются. Пытался выбить окно. Безуспешно. Такое ощущение, будто здание окружает невидимый барьер. Что вообще происходит? Нифига себе! Окей, я пока не знаю, как мне с этой информацией жить. Нам надо более тщательно изучить весь этаж. Мне повезло, на моем этаже был балкон. Я смог на него выйти и немного посмотреть со стороны на здание. А также, помимо этого, увидеть вот такой вот дирижабль. У меня абсолютно нет догадок, что там делает дирижабль. Окей, я вижу ящик, давайте попробуем его залутать. В ящике я обнаружил пистолет и патроны, а также заметил еще один дирижабль. Свою базу и свой основной дом я решил оставить на этом этаже. Сделать какие-то первые инструменты и добыть немного булыжника. Продолжая изучать этаж, я наткнулся вот на такой вот ящик, где нашел какие-то магические очки и записку. Возможно, это поможет тебе выбраться с этажа. Используй мозг, ну а лучше глаза. Опа! Опа! Нифига себе, посмотрите! Очки дали моментально о себе знать и показали мне замаскированный сундук, в котором и находился гаечный ключ, с помощью которого я и смог починить лифт. Опа! Давайте посмотрим, куда этот лифт может нас занести. Заходим, закрываем, и у нас здесь есть вот такая вот кнопочка. Поехали, нифига себе! В этом выживании нас ждет огромное количество этажей, и все они делятся на три типа. Биомные. Это этажи, которые созданы для поиска ресурсов и предметов. Тут могут встречаться стандартные Майнкрафт-генерации, шахты, леса, океаны, нижний мир и многое другое. Когда-то этот небоскреб процветал, но что-то пошло не так. И теперь это заброшенное и опасное место. Следующий этаж, этажи, которые нам будут встречаться, это апокалипсисные. Это этажи повышенной опасности, где уже можно найти крутой модовый лут, а также монстров, которые мне будут не очень рады. Ну и последний тип этажей, это сюжетные. Это этажи самые важные. Через них мы сможем узнавать, что случилось с небоскребом, находить квестовых персонажей, проходить сюжетную линию, чтобы по итогу встретиться с основателем небоскреба и раскрыть все тайны этого места. А сегодня я хочу рассказать вам про Genshin Impact. Приключенческую игру с открытым миром, в которой вы можете делать все, что пожелаете, и с головой уходить в увлекательную вселенную. Игра насчитывает более 60 миллионов игроков. Собирая ресурсы и взаимодействуя с окружением, вы можете даже создавать собственный мир и построить там что угодно. От японских садов до китайских храмов. В путешествии по миру вы встретите множество интереснейших персонажей, а некоторые из них даже смогут присоединяться к вашему путешествию. Вы сможете путешествовать по миру, как вам захочется, хоть замораживать реки, чтобы перейти на другой берег, хоть карабкаться по скалам и после планировать с огромной высоты. Управление стихиями в Genshin Impact не неотъемлемая механика, с помощью которой происходят сражения. Различные комбинации и атаки позволят создавать собственный стиль боя. В недавнем обновлении 3.6 вы можете по-прежнему пользоваться системой копирования построек в чайнике безмятежности в вашем личном мире, что позволяет создавать красивейшие постройки, не тратя множество часов на строительство. Пора открывать для себя удивительный мир Genshin Impact, перейдя по ссылке в описании или скопировав QR-код. Также не забудьте ввести подарочный код на экране, чтобы при старте получить удивительные бонусы. Нифига себе! Серьезно, это шахты? Только начали исследовать небоскреб и сразу находим что-то невероятное. Конечно же, я не упустил возможности начать добывать руды, потому что в начале выживания они нам ну очень нужны. Я даже нашел алмазы, но пока мне добыть их было естественно нечем. Также в шахте было пару ящиков с интересным лутом, а также видеокассета. Последний эксперимент. Это что такое? Можем ли мы ее проиграть? Так, ребята, давайте собирайтесь. Это наш звездный час. Давайте сделаем так, чтобы создатель гордился нашими успехами. Наконец-то! Наш создатель будет гордиться нами! Я
Я только что посмотрел на каких-то фанатиков, которые, походу, сошли с ума. В какой мир я попал, не могу понять. Полностью этаж исследовать я не успел, так как уже приближалась ночь и первый день подходил к концу. Я думаю, что надо возвращаться обратно на наш этаж и уже завтра продолжить исследовать шахту и другие этажи. Второй день. Необходимо было заняться своим домом. Начал я, конечно же, с уборки территории. Далее сделал небольшой склад, а также поставил печки. Относительно этого выживания меня интересовал один вопрос. На каком же этаже мы с вами находимся? Ведь когда в первый день мы выходили на балкон, было видно, что этажи устремляются как вверх, так и вниз. Значит, мы находимся точно не в начале небоскреба. Более того, существует ли вообще у него начало и конец? Вся информация, которая у нас была, это аудио и видеокассеты. И то они были тоже загадочными и рождали еще больше вопросов. Тем не менее, нужно было думать о нашем выживании. Для развития нам очень нужны были ресурсы, особенно руды. Поэтому я решил вернуться в шахту и докопать все, что я не докопал. Пока добывал алмазы, даже успел немного поплавать в лаве. Также на этаже оставались сундуки, которые я не успел залутать вчера. Так, печатные оплаты какие-то среди золота, книги, стрелы. Книга с пером. Лифт может ездить как вверх, так и вниз. Разобраться бы как. Ага. Это была крутая новость. Проблема была в том, что по факту в лифте была только одна кнопка. Спустя большое количество размышлений и долгих попыток, я смог понять принцип. Если ты нажимаешь один раз, то ты едешь вниз. Если прокликиваешь два раза, то едешь наверх. И именно таким образом я попал на верхний этаж. Посмотрите, мы на новом этаже, и на меня сразу бежит кто-то. Это кто еще такой, блин? А ну-ка, стоять! Офигеть! Окей, ребятки, тут надо быть реально поаккуратней. Мы попали на этаж с биомом болота. Посередине стоял приятный домик ведьмы, где, на удивление, я нашел много еды и даже кое-какой артефакт. Бутылка с грязной водой, посмотрите, свекольный суп. Блоки слизи даже есть, они, я думаю, нам точно понадобятся. Так, здесь у нас записка и какой-то предмет. Семя материи, ну ладно. Я нашел странный артефакт, на нем выемка, как будто его нужно куда-то установить. Интересно, как он оказался на этом запертом этаже. На этом этаже, оказывается, было еще пару ящиков, которые находились позади домика ведьмы. Также там была наковальня, которую я решил забрать. Окей, последнее, что я хочу сделать, собрать здесь побольше земли, потому что завтра я собираюсь сделать свою ферму. А сами понимаете, у меня там на этаже на самом деле земли немного. День третий. Первым делом сегодня я собирался сделать свою ферму. На самом деле, все, что я могу посадить, это томат. Но начнем с малого, а потом построим свою гигаферму. Первым делом нужно было сделать небольшое поле. Учитывая, что вокруг все было из эндезита, то пришлось немного покопать. У нас на этаже есть вода, представляете? То есть даже не надо искать, просто вот так берем и все. Готово. Сажать особо было нечего, кроме пшеницы и одного томата. Мои томатики. А пшеничка, посмотрите, какая растет. Ох, друзья, начало положено, это главное. Пока что наш этаж выглядел весьма неряшливо. Надо было окончательно здесь прибраться. Выглядело, конечно, пустовато, но зато чисто. Вторая проблема заключалась в нехватке дерева. Я решил добыть немного в биоме болота. Но уже тогда было понятно, что нам просто необходима ферма дерева. Есть большой плюс возвращаться на те этажи, которые якобы ты уже исследовал. Можно найти какой-то новый ящик. Фига, здесь рыба какая-то, печатная плата и торф, отлично. У меня накопилось 10 саженцев дуба. Этого было достаточно для старта. Так что первоначальный вопрос с деревом мы тоже закрыли. Так-то лучше, у нас теперь целая оранжерея. Четвертый день начался необычно. Создатель небоскреба дал о себе знать. Стоять! Голос создателя! Кто ты такой? Зачем ты тут? Этот небоскреб был всем для меня, но к чему все привело? Мы обязательно встретимся, когда придет время. Ребят, такие сообщения чуть-чуть меня в чате пугают. Не стоит забывать, что в этом выживании есть крутой сюжет, который еще не раз о себе напомнит и более того сможет кардинально повлиять на ход событий. Мне уже было интересно встретиться с неким создателем, который придумал весь этот небоскреб и уже начал время от времени пугать нас такими сообщениями. Так, ребятки, я сделал себе железную броню, потому что сегодня мы продолжим исследовать этажи. И более того, я думаю, что чем дальше мы будем спускаться, тем они будут тяжелее. Но посмотрим. Так и оказалось. Новый этаж, на который я спустился, был просто наполнен монстрами. Чё это там за звуки такие? Ё-моё! Окей, хорошо, я понял. Нам нужна другая тактика. По одному, ребятки, смотрите, зомбаки какие! Офигеть, скелеты тоже! Окей, честно сказать, немного страшновато туда заходить. Этаж немного напоминал мой сериал «Чужие в Майнкрафте», который я снимал лет 5 назад. Так, зомбарь, стоять на месте, отлично. Так, скелет, что ты меня смотришь? Ё-моё! Было тяжеловато, потому что шел только четвертый день. Я даже боюсь представить, какие монстры нас ждут на следующих этажах. Это мой лифт, только я могу им пользоваться. Какой-то зеленый глаз на меня напал! Ух, это что еще было? Очевидно, это был апокалипсисный этаж. Здесь были ящики, в которых был достаточно интересный классный лут. Так, зомбарик, подожди. Аккуратненько. Эй, ай-яй-яй, это что такое? Это что за приколы такие? У меня 2,5 сердечка. Так, ух,
С зомбарем разобрались? Главное сохранять спокойствие, блин. Окей. Пока звание самого нервного места этого выживания получает именно этот этаж. Пока я исследовал ящики и смотрел, что здесь еще можно найти, уже стемнело, и я решил отправляться обратно домой. Пятый юбилейный день, друзья, и он начинается с того, что мы высаживаем капусту. Да, друзья, на нижнем этаже я нашел капусту. И посмотрите, у нас уже пшеница с томатами подрастает. Смотрите, дуб у нас тоже уже вырос. Давайте поговорим немного о еде, потому что в этом выживании разнообразие просто огромное. Я прямо сейчас съел тарелку фаршированной тыквы, и она дала мне сытость на целых 5 минут. Кстати говоря, смотрите, у нас есть вот такая вот иконка еды в инвентаре. Нажимаем, и здесь у нас показана наша диета, то есть то, чем мы питаемся. Как вы видите, жизнь наша не сладка. Но это пока что. Первой задачей, которую я на сегодня поставил, это было сделать стол зачарования. Потому что у нас уже были алмазы, и я даже знал, где достать лаву. Да, друзья, если кто не помнит, то здесь у нас есть лава. А теперь ее нет, и есть только обсидиан. Быстро добыв обсидиан, я вернулся домой и сделал себе стол зачарования. Сразу же зачаровал свою алмазную кирку и был готов рассказать вам план на ближайшие дни. Я нахожусь сейчас в этой шахте не просто так. Мне необходимо огромное количество блоков, потому что я решил сделать ферму мобов. Вы только представьте, мы сможем добывать со скелетов кости, с пауков нитки, с криперов порох, а также опыт. Местом для создания этой фермы я выбрал болото. Мне необходимо было его осушить, полностью снести тот дом ведьмы и закрыть все окна, для того, чтобы создать условия темноты и чтобы там спавнились наши мобы. Окей, друзья, у нас уже 7-й день. И как вы видите, я полностью сравнял территорию, и теперь осталось только закрыть все окна. Как вы понимаете, на это ушел целый день. Окей, друзья, все готово. Забираем наш фонарик отсюда и сваливаем. Надеюсь, здесь заспавнится много монстров. На 8-й день я попал на очень интересный этаж. Это был пустынный биом с данжем. Кактусы, ребятки, давайте заберем. Судя по всему, мы попали в биом пустыни. И здесь есть вот такой вот данж. Я не очень понимаю, могу ли я в него войти. Блоки данжа было никак не сломать, так что внутрь я попасть не смог. Короче, дело такое, вот эти блоки, они вообще никак не поддаются тому, чтобы их сломать. Видимо, тут какие-то невидимые барьеры стоят, или я не знаю что. Но, тем не менее, ребятки, посмотрите, что здесь есть. Да, конечно же, это были костные блоки. Это было кстати, потому что из них можно было сделать костную муку, что позволило бы нам более быстро развить наши фермы. Просто офигенно, друзья, у нас теперь есть костные блоки, и это офигеть, сколько костной муки. Да, скелету повезло меньше. 8-й день подходил к концу, и, кстати, ребят, у меня скоро выйдет свой мерч. Я думаю, что все этого очень долго ждали, и уже буквально на этой неделе это произойдет. Чтобы не пропустить это событие, обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, ведь там я уже выложил пару дизайнов, а также скоро выложу информацию о том, как его приобрести. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы все это не пропустить. 9-й день. Мы уже видели биомные этажи, даже апокалипсисные, где нас, между прочим, чуть не уничтожили. Но мы до сих пор не встретили ни одного сюжетного этажа. А по факту в этом выживании сюжет играет основную роль. Так что моей следующей целью было найти сюжетный этаж. Тем временем на моей ферме уже подросла капуста, томаты и пшеница. Перед продолжением изучения небоскреба я собирался немного обустроить свой дом, потому что пока что он выглядел так. Что-то явно надо менять. Первым делом я хотел сделать получше свой забор. Далее мне было интересно, смогу ли я снести стену. И оказалось, да, теперь у меня будет панорамная терраса. Я задался вопросом, если я могу срубить стену, то возможно я смогу простроиться до самой крыши небоскреба. Но каждый этаж разделяли барьеры, которые не позволяли подняться ни вверх, ни вниз. Так что я забил и продолжил строить. На улучшение своего жилища я потратил весь 9-й день. Честно сказать, я очень сильно устал, пока это строил, но за сегодняшний день у меня есть что вам показать. Здесь пока что не успел оформить, а вот эту вот территорию я полностью переделал. Заходим. Здесь у нас есть три печки, стол зачарования и верстак. А самое главное, великолепный поражающий вид на закат, а также дирижабль. Справа от меня наконец-то находится нормальный склад. Именно тут я буду хранить все свои ресурсы, которые буду находить на этом небоскребе. По-моему, получилось круто. В последующие дни я буду продолжать улучшать свой дом. Ну а 9-й день подходил к концу, и наступал 10-й день. Моя сила, она дала мне власть над вселенной. С помощью маг-энергии я создал данный мир. Идеальный мир, где все живые существа смогут жить в мире. Скоро мы сможем полностью подчинить силу маг-энергии, и тогда моя власть будет неоспорима. Завтра мы проведем самый опасный заключающий из экспериментов. Завтра я уничтожу мир людей.
Десятый день. Произошло нечто странное. Повсюду на моем этаже начала появляться какая-то синяя листва. И ее было достаточно много. Честно сказать, это чуть-чуть пугает. Я просто встал со своей кроватки и увидел вот эту вот синюю листву. Более того, посмотрите на цвет растительности. Еще вчера он был холодноватый, а сегодня как будто бы лето наступило. Возможно, это, конечно, мод на времена года, я не знаю. Но вот эта синяя листва, которая заменила прям обычные блоки, это максимально странно. Я продолжал изучать изменения. Как вдруг в чате появилось новое сообщение. Погодите, заметил какие-то изменения? Это всплеск маг-энергии. Она дает мне силу, и скоро мои возможности станут безграничными. Ладно. Что-то мне подсказывает, что в этом выживании сюжет завязан на том, что создатель небоскреба спятил, как и его подчиненные. То есть можно сказать, что вот эта вот вся листва синяя, это всплеск какой-то маг-энергии. Эта энергия дает ему силу, и скоро всем будет тяжко. В такие моменты я просто предпочитаю собрать томатиков, капусту, особо не нервничать. И вот тут на 10-й день стало понятно, что сюжет все больше и больше внедряется в наше выживание. В этот же 10-й день я отправился исследовать новый этаж. Лифт привел меня в зимний биом. Только вот биом был сюрпризом. Окей, друзья, у меня сверху есть какой-то босс-бар. И мне кажется, я там что-то видел. Честно сказать, немного страшновато. Ё-моё! Так, ребятки! Ай-яй-яй, аккуратно. Что ты такое? Монстр был действительно сильный, но поскольку я забрался на два блока, по закону жанра он просто не мог меня достать. Я с ним спокойно справился. Есть. Ребятки, лут тут хороший, потому что я даже нашел блинчики. Ребята, это же дробаш? Отлично, ребят. Теперь нам будет чем защищаться против монстров. В ящиках я нашел патроны, снег, ягоды и даже молоко. Я уже понял, что локации в этом выживании нужно изучать очень тщательно. И это понимание мне помогло, потому что в ящике, спрятанном в горе, я нашел суперсосульку. Что это? Сосулька? Сколько урона ты наносишь? 7 триллиардов урона? Ой, погодите. Она, кажись, тает. Нет, сосулька, не тай, пожалуйста. Я просто беспомощен. Это не грустно, это печально. Я решил скорее тащить ее на базу. Теория была в том, что если положить ее в сундук, то таять она перестанет. Ребятки, в сундуке сосулька не тает. Ох, ребят, мы спасли сосульку. И если у нас будет какой-то босс, то у нас будет примерно, наверное, 20 секунд на то, чтобы это сделать, потому что потом сосулька просто растает. Прикольный предмет на самом деле. 11-й день. Сегодня я решил отправиться на свою ферму мобов, которую мы строили пару дней назад. Судя по звукам за этой дверью, там их просто дофига. Всем привет, ой. Конечно, я понимаю, что это скорее похоже на PvP-арену, нежели на ферму мобов. В целом могу сказать, что было несложно. Какие-то скелеты даже начали драться между собой. Ладно, на самом деле я думаю, что мы ее модернизируем и автоматизируем. Косточки, так-то я хочу заметить, мы добыли. На 11-й день мы открыли новый очередной этаж. Это был биом джунглей. На этом этаже было огромное количество новых ресурсов. Начиная от арбузов с какао-бобами, заканчивая тростником. Смотрите, ребят, кого я нашел. Это же песик. У меня с собой как раз таки есть 6 косточек, давайте попробуем его приручить. Ура, ребятки, мы приручили песика! Песика назовем Джек. Джек, пойдем исследовать, что есть еще на этом этаже. На этаже были какие-то ящики еще, а также палатка. Вместе с арбузами и тоже сундуком. Где было золотое яблоко и око Эндер. На этом все. Моя главная цель найти сюжетный этаж так и не была пока выполнена. Тем не менее, надо было продолжать развиваться. И, наверное, сюжетный этаж рано или поздно сам нас найдет. Конечно же нет, придется еще офигеть сколько всего исследовать, чтобы наконец-то его найти. Тем не менее, в ближайшие 2 дня я собирался заняться своим жилищем. Первым делом я добыл много песка на пустынном этаже, а также земли на джунглевом. Так и прошел весь день. А вот на 13-й день началось преображение моего дома. Посмотрите, друзья, как же невероятно красиво получилось. У нас тут Джек сидит, смотрите, ему вот такое вот местечко прям идеальное. И у нас вся зелененькая, смотрите, какая классная полянка. Все освещено, помидорчики, капуста, пшеница растет. Ох, друзья, это простой, но один из самых приятных и уютных домов за всю историю моих выживаний. На 15-й день произошло событие, которое сломало мне мозг. Я собирался отправиться исследовать очередной этаж и увидел вот такой вот сообщение. Дальше лифт не поедет? А как это? Было несколько догадок. Или это самая вершина небоскреба, в чем я очень сильно сомневаюсь. Или мы пока что не можем туда попасть. Так что я принялся исследовать нижние этажи. Хорошо, что туда лифт спокойно ехал. Следующим биомом, который я нашел, стал океан. Причем тогда я еще не знал, какое количество там опасных мобов обитает. Опа, нифига себе!
Святая Атлантида! Это что, биом океана? Окей, судя по всему, здесь есть скафандр. Я могу его взять. Отлично, именно такой баллон позволит мне дышать под водой. Честно сказать, ребята, что-то мне перехотелось туда идти. Потому что тут плавают какие-то светящиеся акулы. Кто это такой? Призрак капитана Корнелии. Куда я попал? Что за рыба огромная, блин? Окей, я уверен, меня просто там съедят. Ой-ой-ой, как эта штука... Как эта фигня проползла сюда? Тут даже воды нет. Ну ладно, сейчас я схаваю свои помидоры и наваляю тебе... Ё-моё. С этим непонятным призраком я по итогу разобрался. Кстати, из него выпало огромное количество лута. Помимо этого призрака, он призвал еще каких-то своих друзей, которые кидались трезубцами. И это немного меня раздражало. Что это за кикимора тут, блин? Это что, рыба-крипер? Так, ребятки, аккуратно, я случайно попал сюда. На меня нападает акула. Так, еще одна акула, спокойно, без паники. Я вижу еще какую-то рыбу, надеюсь, она безобидная. Посередине этажа стоял заброшенный пиратский корабль. Я спустился в трюм и нашел много крутого лута, даже алмазы. Окей, это была сложная локация. Мы нашли сегодня много ресурсов. 16-й день, и этот день был по правде счастливый. Потому что спустя столько времени мы наконец-то нашли наш первый сюжетный этаж. О чем игра мне сообщила в чате. Как только я открыл этаж, на меня сразу же набросились собаки. Я пытался от них отбиваться, но все было безуспешно. Я думал, что выживанию уже конец, и мы так и не узнаем секрет этого небоскреба. Чудом я застроился блоками и залез на какую-то возвышенность. Окей, я не знаю, я куда-то залез. Выживший ученый? Так, ладно, сейчас не до этого, честно сказать, потому что меня тут собаки атакуют. Ну, у вас и глаза, ребятки, конечно. Разобравшись с мутантами, я решил проверить, возможно, у ученого есть какой-то важный диалог. И да, он был. Это случилось. Создателя небоскреба поглотила маг-энергия. На этом этаже был механизм, с помощью которого эта маг-энергия создавалась. Но потом произошел всплеск. Создатель, его нужно спасти. Но я думаю, уже поздно. На этом этаже есть секретная дверь, ты должен знать, где она. Получается, эта маг-энергия, которая просто по факту управляет этим небоскребом, поглотила создателя небоскреба, и теперь мы все в опасности. А еще он сказал, что где-то здесь должен быть какой-то секретный проход, и почему-то я должен знать, где именно. Помимо диалога с ученым, я также нашел записку, которая, как я понял, была написана им же. Всплеск изменил саму реальность, мне чудом удалось выжить. Я запустил диагностику системы и понял, что еще не все кончено. Маг-энергия все еще просачивается в резервуары, и рано или поздно произойдет второй всплеск, еще сильнее предыдущего. Скорее всего, эту записку и написал этот ученый, и он написал о том, что всплеск, который может произойти в последующем, может навсегда покончить со мной и этим выживанием, а соответственно и с небоскребом. Что мы имеем? Создателя, которого поглотила какая-то магия, то есть маг-энергия, а вместе с тем и небоскреб. Эта маг-энергия, как я понял, создает всяких страшных монстров и вот эту всю листву. И теперь наша задача выяснить, где же находится создатель, чтобы попробовать его спасти. Можно сказать, что 16-го дня мы встали на дорогу сюжета и сделали большой шаг вперед. Тем не менее, я так и не смог отыскать потайного прохода, так что решил возвращаться обратно домой. Ах, прекрасный свежий воздух нового дня. Короче, если вы помните, мы находили вот такую вот видеокассету, и давайте я вам покажу, что я заметил. Посмотрите, на этом кадре ученый заходит в какое-то помещение, и мне кажется, что это место очень похоже на тот сюжетный этаж, в котором мы были вчера. Время это проверить. Да, ребятки, мне кажется, это то самое место. Попробуем-ка мы его сейчас раскопать. Если мы тут найдем секретную дверь, будет прикольно. Да ну, ё-моё, серьезно? Я ж говорю, это внутреннее чутье. Не зря все-таки эти кассеты я сохранил и не выкинул. Ну что у нас за этой дверью? Понятно, ребятки, конца не видно. Это вентиляционная шахта, как я понял. И здесь есть вот такая вот лестница. Судя по всему, нам не вниз, нам сюда. Опачки, ребят, что это за секретная комната? Из самого интересного там была кнопка для очистки тех шахты. И, конечно же, я ее нажал. Так, а ну-ка, очистка тоннеля. Вы разблокировали верхние этажи, теперь лифт может ехать выше. Это мы, получается, очистили технический тоннель. И теперь мы можем забираться на верхние этажи, ребят. Помните, у нас был заблокирован выход? Окей, что здесь есть еще интересного? Цветение жизни. Это какой-то артефакт, по всему видимому. Неизвестный артефакт, хорошо. Так, и какой-то, смотрите, костюм. Я не знаю, лучше он или нет, давайте посмотрим. Он абсолютно не дает никакую броню, но красиво выглядит. Конечно, прямо сейчас мы могли бы отправиться исследовать верхние этажи. Но учитывая предыдущий опыт, все-таки я думаю, что нужно немного лучше подготовиться. Весь 18-й день я провел на этаже шахты. Хотел выкопать до конца все ресурсы. 19-й день я провел на этаже джунглей, потому что этот этаж прекрасно подходил для того, чтобы выращивать там деревья. А вот на 20-й день я встретил очень интересный этаж. Мне, честно сказать, уже страшно, что может находиться за этой дверью. Ага, там корова какая-то. А это кто такой? Мехафермер?
Не, ну ты видел? И что у него тут есть? Моя ферма. Да, день обещает быть интересным. Оказалось, что этот NPC был торговцем, и у него можно было покупать разные механизмы. И это были механизмы из мода Create. Это один из самых инновационных модов по Майнкрафту и существующих. Я никогда в жизни с ним не играл, но мне кажется, сегодня именно тот момент. В нашем выживании есть только два варианта, как добыть эти механизмы. Первое — найти их в луте в ящиках, и второе — как раз таки выменить у торговцев. Я теперь понял, зачем те самые платы нужны. И судя по всему, мы сможем выкупить все его механизмы. А судя по тому, что написано, что он фермер, то, кажись, эти механизмы нужны будут для автоматической фермы. Вернувшись домой, на складе я нашел 14 плат. Это были платы, которые я нашел за все наше выживание. Я думал, что их хватит, но... Я просто нищий. У него все очень дорого стоит. Тем не менее, я смог все равно купить какие-то стартовые механизмы для того, чтобы просто начать изучать мод и то, как он работает. Я думал, что смогу выкупить все, но по факту я смог купить только 6 разновидностей предметов. Новый великолепный день, друзья. И поскольку с этим модом я никогда не играл, то сейчас мы будем с ним впервые разбираться. Я посмотрел всякие туториалы, так что для начала мы сделаем первый наш механизм. Ставим мотор. Бамс. Оно живое, смотрите, мне дали ачивку. Так, отлично, друзья, мы поставили вот такой вот вал, и он у нас уже питается от нашего генератора. Мы поставим сейчас еще один, и у меня есть механический ремень, с помощью которого мы соединим вот таким вот образом две эти палки, я не знаю, как назвать. И у нас по итогу получится наш первый конвейер. Смотрите, даже я могу на нем ехать. Ну и, в общем-то, чтобы вы понимали, по этой штуке помимо меня могут кататься также предметы. О! Смотрите, как они великолепно положились и едут. Также, как вы видите, можно увеличить жестко скорость конвейера. Давайте попробуем проехаться. В этот же день этот механизм я немного доделал. Поставил воронку и сундук. Теперь я мог собирать урожай и отправлять все свои овощи и фрукты по конвейеру прямиком в хранилище. Помидорчики, помидорчики, помидорчики! Теперь я могу есть абсолютно любую еду, даже свои сэндвичи. Потому что после вкусного перекуса я спокойно могу залезть на свою беговую дорожку и сжечь все калории. Не, вы представляете, я только что беговую дорожку в Майнкрафте придумал. И это только первый день, как я разбираюсь с модом Create. Вы даже не представляете, что в дальнейшем я собираюсь построить. Помимо прохождения сюжета и исследования верхних этажей, я ставил себе новую цель. Это изучение мода Create и создание своей автоматической фермы. Весь 22-й день я провел на ферме мобов, а весь 23-й я ее улучшал. На 24-й день сделал второй ярус своей фермы, а на 25-й день посетил новый этаж. И он был весьма необычным. Это была канализация, которая кишала зомбаками. Офигеть, я куда попал? Это что, канализация? Зомбаки, назад, аккуратненько назад отходим. Надеюсь, тут никого посерьезнее нет. Еще один. И еще идут, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Зомбаков было действительно много. Я как будто бы попал в зомби-апокалипсис. Я вижу первый ящик. Ух ты, нифига себе. Вот это, друзья, абсолютно другое дело. Здесь у нас нефть какая-то или что это? Тут есть дверь, и она говорит, что лучше сюда не идти, иначе я превращусь в лося. Ну, пойдемте проверим, что там. Смотрите-ка, еще дробаш вот такой вот есть. Смотрите, а вот эти вот вещи, они из Create. Так что мы их сейчас соберем, может, в дальнейшем сможем использовать для механизмов. На 26-й день я решил добыть немного дерева. Точнее, все, которое я посадил в джунглевом этаже. И посадить ростки нового. Конечно же, я хотел продолжить изучать мод Create. Для того, чтобы купить у торговца механизмы, мне необходимо было найти как можно больше плат. Так что 27-й, 28-й и 29-й день я изучал новые этажи. Плюс-минус некоторые этажи повторялись именно биомом, но выглядели совершенно иначе. Например, вот первый этаж джунглей, который я нашел. А вот второй этаж джунглей, который я нашел на 28-й день. Как вы видите, джунгли в тропиках джунгли, но генерация абсолютно другая. Не повторялись только апокалипсисные и сюжетные этажи. Потому что сюжетный я нашел всего один, и я вообще, честно сказать, не знаю, когда найду второй. По итогу я нашел еще 11 плат. Уже было поздно, поэтому я лег спать и начал дожидаться 30-го дня. Что? Где я нахожусь? Создатель, ты спишь или находишься в реальности? Как понять, что реально? Как думаешь, небоскреб имеет конец или он бесконечен, как и это поле? Куда я попал, ребятки? Тут какое-то бесконечное поле, посмотрите! Это что сейчас было? Невероятно! Какого же уровня достигла моя команда, что они делают такие крутые выживания? Создатель задал вопрос, бесконечен ли небоскреб. Вот когда я доберусь до дирижабля, наверное, тогда я смогу сказать. Окей, думаю, что пришло время отправляться на верхние этажи. На тот момент я даже не представлял, сколько еще крутых и интересных этажей мы далее встретим. И сегодня мне попался этаж нижнего мира. Предполагаю, что мы сможем сделать туда портал. Ребята, это что, этаж нижнего мира?
Есть ли тут какие-то монстры? Во всяком случае, монстров на данный момент я не вижу. Опачки, смотрите, часть портала. Секретное помещение, видеокассета. Судя по видео, снималось это где-то там. Ну что, отправляемся в этот самый замок. Смотрите, здесь много рычагов, прям как на видео. А по всему видимому, вот эта штука должна подниматься. Ё-моё, сработало, офигеть! Эта штука просто взяла и поднялась. Спустившись вниз, я попал в какое-то технологичное помещение, в котором смог найти много всего интересного. Картофельная пушка? Серьезно? То есть я могу конкретно стрелять картошкой. Я нашел еще много всего интересного. Даже вот такой вот интересный шлем. Но самое главное, я нашел записку всего с одним предложением внутри. Чем выше этаж, тем ближе разгадка. И это сообщение было очень важным. Скорее всего, основатель небоскреба восседает на самом-самом верху. И наша задача туда подняться. Но как я предполагаю, сделать это будет не так просто. Потому что чем мы выше поднимаемся, тем сложнее и сложнее этажи появляются. На 32-й день я купил еще механизмов у того самого мехафермера. И собирался начинать строить свою автоматическую ферму. Для этого, конечно, площадь нужна была побольше. И я подумал, а почему бы мне просто не сломать потолок и не объединить верхний этаж со своим первым? Расчищать верхний этаж я начал на 33-й день и занимался этим вплоть до 35-го дня. Окей, друзья, стало просторней. Как вы видите, надо мной был снежный этаж. Возможно, вы скажете, что было уютнее за счет низких потолков, но это пока вам так кажется. Сейчас мы будем начинать это все прорабатывать и наводить тут красоту. Начал я улучшение своего жилища вот с такой вот платформы, которая бы позволяла мне, например, разместить дополнительный склад. У меня в голове есть идея, как все должно красиво выглядеть. Надеюсь, на деле все так и получится. Также я подумал, что на нашем этаже достаточно безопасно, и можно уже было убрать этот забор с колючей проволокой. И наоборот, засеять все красивой землей. Так, смотрите, вот эту вот территорию я тоже озеленил. Сделал здесь вот такие вот, так сказать, верхние этажи. Сейчас буду убирать верхний лифтовой вход, а также сделаю больше окон. Честно сказать, я очень сильно устал. На 39-й день я решил снести свою маленькую ферму и в дальнейшем преобразовать ее в более масштабную. Всегда мечтал иметь пентхаус. И вот у нас в Майнкрафте в небоскребе такой красивый и светлый дом. Ну что, ребята, вот мой новый дом. Конечно же, в ролике я показал все очень быстро, и для вас пролетела минута, но я очень устал. Столько дней я здесь провел, чтобы это все сделать. Да, конечно, существуют еще какие-то неровности, но в целом посмотрите, какая красотень. Вот здесь у нас вот есть лестница, и мы можем подняться на второй этаж, где у меня растет капусточка. Кстати говоря, только что посадил. На первом этаже у меня растет картошечка. При желании можно еще один этаж с морковкой сделать. Поднимаемся на третий этаж. Здесь пока что, ребят, ничего не успел сделать, но здесь пока что просто можно прогуляться, так сказать, побегать. На улучшение базы я потратил действительно много времени. Оно того стоило, но необходимо возвращаться к главной сути выживания. Нам необходимо победить маг-энергию. И для этого необходимо исследовать новые этажи. Самый безобидный этаж, который я встречал. Погодите, ученый, корова? Так, а ну-ка, ученый, корова, что ты мне скажешь? Грибочки мои, грибки, лево-лево, право, вверх-вверх, и грибочки. Ты кто вообще? Хочешь грибного супчика? Несмотря на странный диалог, у него действительно были крутые ресурсы, которые можно было купить. Пока что ничего покупать я не стал, а наоборот решил изучить ящики вокруг. И даже нашел интересную записку. Говорят, контроллер связи открывает какую-то дверь на каком-то пустынном этаже. Надо это проверить. А у него как раз таки этот контроллер связи можно купить. Только для этого нужно 7 печатных плат. А у меня их нету. Ах, опять гриндить. Погнали. Если вы помните, мы находили пустынный этаж, где был данж, который мы никак не могли сломать или открыть. И в 100% случае речь шла именно об этом месте. 42-й и 43-й день я изучал новые биомные этажи в поисках тех самых плат. Это было сложно, но я смог добыть достаточное количество плат, чтобы купить этот пульт. Новый день, можете меня поздравить, я стал счастливым обладателем этого пультика. И теперь мы отправляемся на пустынный этаж, чтобы попробовать открыть тот самый данж. Погнали. Вот мы и здесь. Я не знаю, если это сработает, то будет прикольно. Нифига себе! И эта дверь просто открылась. Только мне не нравится, что она закрылась за мной, блин. Выглядит это все как огромная ловушка. На полу лежала аудиокассета, и я решил ее прослушать. Фредрик,
эксперимента и изучить концепцию слова «удача». Задача – нажать на правильный из трех рычагов. Вот эти три рычага, ребят. Ну ладно, давайте нажмем, например, на посередине. Ой, стена начала ехать, ё-моё! Так, ё-моё, открывайся, блин, быстрее! Ё-моё! Ух, окей, загляни наверх. А наверху я нашел очередной артефакт. У меня их уже было несколько штук. Это отличная находка, хотя я пока что не знаю, куда мне их девать. Наступил тот день, когда пришло время наконец-то сделать автоматические фермы. Я выкупил все, что можно было у торговца, собрал все, что можно с этажей, а также из лута. И отсортировал те вещи в этом сундуке, которые нам необходимы будут, чтобы построить наши две автоматические фермы. Они, конечно, будут не супер прям пупер крутые, но уже на уровне. А в дальнейшем, возможно, мы их даже улучшим. Вот какие ресурсы нам понадобятся, чтобы сделать наши первые автоматические фермы. Для начала берем липкий механический поршень и удлинители поршня. Также нам понадобится реверсивный механизм. В общем, я все перечислять не буду, давайте просто начнем делать. Честно вам признаюсь, обычно изучение таких глобальных модов дается мне достаточно тяжело. Многие вещи из автоматической фермы я переподключал по несколько раз, пока они не начали хотя бы просто присоединяться. В конце концов, склеить между собой комбайны, чтобы они ехали и работали. Я стараюсь делать все по туториалу, вот такой вот удлинитель поршня у меня получился. Сейчас мы должны будем поставить реверсивный механизм, например, вот сюда вот. Как по мне, звучало это все достаточно нудно и долго. Поэтому просто скажу, что я провозился с этим целый день, и под вечер все равно ничего не заработало. Ох, друзья, я испортил себе все нервы, но я наконец-то сделал свой первый крейт-механизм, настоящий, который действительно приносит пользу. Все, что нам сейчас надо сделать, чтобы собрать весь этот урожай, это нажать на вот этот вот прекрасный рычаг. Погнали! Что-то не работает. Я провозился полночи, чтобы наконец-то механизм заработал. Все, друзья, раз, два, три! И посмотрите, прямо сейчас наш комбайн собирает весь урожай! Как это великолепно выглядит. Сколько это нервов стоило, друзья. Великолепно. Комбайн действительно работал прекрасно. 46-й день. Как вы помните, мы нашли портал в Нижний мир. Сегодня я собирался его включить и проверить, возможно ли в этом мире с небоскребом попасть в обычный Нижний мир. Я притащил немного обсидианчика и сейчас хочу проверить, сможет ли заработать у нас портал в Нижний мир. Как вы видите, он смог. А, подождите, там отражение что ли мое показывается, смотрите. Окей, я не знаю, стандартный Майнкрафт или какая-то модификация. Во всяком случае, я немного испугался. Ну что, пойдемте посмотрим, что там. В каком-то смысле было прикольно наконец-то выйти из небоскреба. Первым делом я, конечно же, накопал побольше кварца. Я побегал по нему целый день и на самом деле не нашел ничего. Только пару новых биомов. 47-й день. Сегодня, я бы сказал, я нашел неожиданный для меня этаж. Это был этаж Энда. Посередине этого этажа даже был портал, починив который, я думаю, что мы могли навестить дракона. А киркой, в общем, этот блок никак не собрать. Смотрите, здесь есть записка, око Эндера и ведро шоколада. Давайте прочитаем записку. Портал необходимо восстановить, просто так это не сделать. Да я уже понял, что это никак не ломается, блин. Нужен другой способ. Невозможно, он даже находится не на этом этаже. На 48-й день мне повезло, я нашел очередной этаж шахты. Поскольку я давно уже выкопал все ресурсы, он был прям кстати. Я накопал много алмазов, железа, редстоуна и, конечно же, золота. На 49-й день я встретил апокалипсисный этаж роботов. И эти роботы даже умели стрелять. Окей, друзья, тут есть какие-то... Ё-моё! Какие-то роботы, которые прямо сейчас на меня нападают, блин! Так, еще один летит на меня! Они стреляются еще чем-то, непонятно чем! Так, еще один забираем, еще одного, еще один! Жесть, посмотрите, сколько деталей роботов! Я начал осматриваться и первым делом нашел видеокассету. Этот небоскреб. Послушай, парень, ты в ловушке. Тебя крутят за нос весь этот небоскреб. Все эти монстры, это нереально. Это все нереально. Ты думал, что он бесконечен и за его пределами ничего нет? Ты ошибаешься, друг мой, ошибаешься. Мне уже интересно узнать, что будет дальше. Если вы хотите, чтобы вышла вторая часть небоскреба, то давайте наберем 60 тысяч лайков под этим роликом. Скоро у меня выйдет собственный мерч. Чтобы следить за этим событием и выходом других видеороликов, обязательно подпишись на телеграм-канал. Ну а на этом все, с вами был Зимон, всем удачи, пока. Моя задача — выжить 100 дней в заброшенном небоскребе в Майнкрафт. В прошлой серии мы узнали, что всем заправляет некий создатель, который будет мешать нам проходить это выживание. Здание будет заражено некой синей энергией, а спавы напастых монстров увеличатся на 400%. Смогу ли я пройти это выживание, узнаете в этой серии. Перед началом ролика хочу сказать, что я выпустил свой собственный мерч с огромным и уникальным количеством дизайнов. Есть даже дизайны, посвященные 100 дням. Ссылка на магазин в описании, ну а мы начинаем. В прошлой серии я нашел таинственную кассету, в которой говорилось, что небоскреб — это не единственный объект, который есть в этом мире. Каково же было мое удивление, когда я вернулся домой? Что это там такое виднеется? Это чё, бутылка? Оказывается, на 50-й день вокруг моего небоскреба появилось множество других
других, начиная от огромного небоскреба бутылки, заканчивая небоскребом будущего и многим другим. Что ж, друзья, меня просто так не взять, поэтому мы прямо сейчас будем простраиваться к этой самой бутылке. Мне уже очень интересно, что мы там реально найдем. Ошибка операции, вы не можете ставить блоки дальше. И как нам туда попасть, пока что я не представляю. Во всяком случае, на данный момент я решил продолжить изучать этажи в своем небоскребе. А я напомню, что этажей здесь просто огромное количество. Зная, друзья, свою команду, я на те небоскребы точно смогу попасть. Я думаю, что это всего лишь вопрос времени. Первый этаж на сегодня меня удивил. Это что, этаж с зомбаками? Ой-ой-ой, ё-моё, я что, в какой-то супермаркет попал или куда? Нифига вас там, подружки. А, здравствуйте, вам пробить товар? Это было очень хардкорно, потому что ХП оставалось у меня очень мало. Окей, друзья, самое время покушать помидорки. Наверху у меня босс-бар еще какой-то. Так, не подходи ко мне. Полтора ХП, друзья. Окей, друзья, полтора сердечка. Ставьте лайк, если считаете, что это жестко. Еще идут, да сколько вас там? Да, их было действительно много. Но вот когда я с ними разобрался, пришло время осмотреть, что же интересного я могу здесь найти. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть на полках магазина. Вкусная печенька, ой, это по-нашему. Просто перышко возьмем, волшебную бумагу. Здесь у нас какая-то книжечка. Литературное издание великого произведения не менее великого поэта Тохича. Это того самого моего друга, который в охотниках все пытался меня поймать. Готовьтесь окунуться в невероятные миры, читать о величайших героях и ужасных монстров всего за 9,99 за том. Ну прям очень интересно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. На полках было много предметов, и я собирал их все. Никогда не знаю, что пригодится. Я не представляю, зачем мне все это барахло. Мне кажется, что я все осмотрел, что здесь только можно было осмотреть. Но я ошибался, потому что в этом помещении была еще одна дверь в кабинет. А из этого кабинета можно было попасть в секретную комнату. Ага! Меня ждал небольшой паркур, с которым я успешно справился. Немного поударялся об колючую проволоку, нашел крутую пушку, а также новую сюжетную видеокассету. Я отдал ключ от воздушного порта с дирижаблем. Единственного пути выбраться из небоскреба живым своему помощнику, хранителю этажей. Я создавал его с помощью магической энергии больше недели. Его никому не победить. Ну и монстр, конечно, я скажу вам. Получается, единственный способ покинуть небоскреб, это попасть в воздушный порт. А учитывая, что мы еще в начале выживания видели какие-то дирижабли, возможно, это и есть выход. 51 день. Утром я решил собрать урожай со своей фермы. Посмотрите, сколько у нас уже картошки. Эта автоферма реально работает. А также решил сделать чаровальню. Стол зачарования у меня уже был, осталось только сделать книжные полки. Получилось весьма красиво. Под конец дня резко поменялась погода, и я заметил кое-что, что раньше никогда не видел. Погода очень резко поменялась, и вот где-то там появились какие-то странные монстры. Ё-моё, это что за муха огромная? Смотрите, на меня она не нападает. Окей, это просто странно. Но это было только начало, и в ближайшие дни меня еще много чего удивит. 52-й день. Думаю, что нам необходимо поставить некие цели. Потому что, как мы уже поняли, просто так выживание не пройти. Самая наша глобальная цель — это добраться до основателя небоскреба, который находится на его самой вершине. Сделать это не так просто, потому что чем выше мы поднимаемся, тем больше препятствий и монстров мы встречаем. Ага. Второй нашей целью было понять, как добраться до тех самых небоскребов, которые недавно появились. Как мы поняли, скорее всего, нам нужно какое-то воздушное судно, которое мы сможем найти также выше. Исходя из двух целей, все сходится. Нам нужно наверх. На 53-й день я попал на необычный этаж. Выглядит весьма странно. Так, здесь есть какой-то ящик и открытая дверь. За кулисами представляет собой коридоры и комнаты, покрытые старыми монотонными коврами желтого оттенка. Для локации также характерно появление сущностей. И тут я понял, это этаж закулисья. Это коридоры и комнаты, которые связаны между собой хаотично, и они неестественно пусты. А также здесь действительно могут бродить монстры. И чувствую, что вариантов обратно у меня идти нет. Ох, ё-моё, страшно-то как! Надеюсь, обойдется без монстров. Звуки здесь очень страшноватые какие-то. Ладно, я сколько выживаний уже проходил? И страшные, и не страшные. Чего мне бояться, а? Здесь какая-то записка. Чтобы включить вентилятор, нужно найти все рычаги. Это я уже сам догадался. Еще с неба капает вода какая-то, не знаю почему. Так, еще один рычаг. Я очень надеялся, что мы не встретим никакого монстра. Потому что если бы это случилось, то наше выживание, скорее всего, закончилось. Еще один рычаг, друзья. Ящик, уголь, каменный топор, свинина и лосось. Хорошо, что никакого монстра я так и не встретил. А вот все рычаги были включены. Из края этажа даже запустился вентилятор. А, наверху выход был, я не заметил. Оп, кажись, я попал на следующий уровень закулисья. Окей, смотрите, здесь есть какая-то лестница. И судя по всему, нам надо было как-то по ней забраться. Но все было не так просто, потому что здесь я встретил его. Какие бы лягушки и мышки здесь не были, надеюсь, они... Ё-моё, это что такое?
Это был монстр этого небоскреба, точнее этого закулисья. В первом ящике я нашел блок лестницы, а также меня нашел сам монстр и пришлось убегать. Я не знаю, как моя команда это запрограммировала, но этот монстр реально за мной бегал. Как понял мой мозг, мне необходимо собрать все блоки лестниц, восстановить саму лестницу и перейти на следующий третий этаж. Вот оно идет, посмотрите. Офигеть. В следующем ящике я нашел еще одну лестницу, а также книгу с пером, которую я прочитаю позже, потому что за мной гнался монстр. Расставив лестницы, я еле-еле успел угнать от этого монстра. Это было опасно. Я уже думал, что тема за кулисьем закончилась, но меня ждал еще один этаж. Окей, друзья, честно сказать, я не знаю, куда я сейчас попал. Это кто там такой? Посмотрите. Окей, друзья. Не знаю, насколько был опасен монстр, но посередине комнаты был вот такой вот блок с кодом. Возможно, если узнать код, то что-то откроется. Но не все было так просто, потому что у нас появился новый монстр, который издавал очень страшные звуки и постоянно за мной гнался. Но несмотря на это, в скором времени я начал находить первые записки, которые, как я понял, содержали данные кода. Ой-ой-ой-ой! Убегаем! Такое чувство, что по нему урон вот просто не проходил. Но все же я смог собрать код, ввести его и увидел нечто бесподобное. Нифига себе, гляньте, какая штука опускается. Отлично, все, поднимаемся быстрее. Вот таким вот образом я прошел все три уровня закулисья в моем выживании. Наверху была кнопка, с помощью которой я мог разблокировать лифт. И теперь я мог спокойно ехать на верхние этажи. Но все-таки для начала надо было вернуться домой. Конечно, тема закулисья огромная. И всю ее не показать, но круто, что моя команда добавила пару этажей в небоскреб. На этом 54-й день подходил к концу. Скажем так, последние деньки были достаточно жаркими и напряженными. Я даже успел соскучиться по своему любимому пентхаусу. Я, кстати говоря, нашел кое-что в закулисье, о чем я вам еще не рассказывал. Это вот эта вот записка. Говорят, в нижнем мире есть нечто, что может починить портал Вент, но это только говорят. В общем-то, я нашел вот такую вот записку. Я думаю, справедливо будет, если мы в это выживание поставим цель уничтожить дракона. Так что сейчас соберемся и отправимся в нижний мир искать, что там и чем можно включить обратно портал в Эндермир. Если кто позабыл, то в прошлой серии я нашел целый этаж, посвященный краю, но в него было просто невозможно попасть, потому что портал выглядел вот так. Я решил незамедлительно отправиться в нижний мир, попробовать найти какой-то данж или структуру, которая поможет нам починить наш портал Вент. Я бродил 55, 56 и 57 день, но так и ничего не нашел. А что если в записке вообще имелся в виду не мир, а этаж? Я решил поискать на этаже нижнего мира, и вы не представляете, я кое-что нашел. Все это время здесь была вот эта вот кнопка. Починить Энд. Мог бы, конечно, догадаться пораньше. Теперь необходимо было этот портал запустить. На 58-й день я отправился на свою мобоферму и даже смог выбить несколько эндер-жемчуга. На 59-й день я скрафтил себе лук, стрелы и, конечно же, зачаровал. Также я зачаровал абсолютно всю броню, потому что нам действительно предстоит битва с драконом. У меня есть только один вопрос. Зачем я сделал лук, если у меня есть автомат? Вообще, хочу вам сказать, что ни в одном своем 100-дневном выживании я не убивал дракона. И тем более не прыгал в портал Энда. Так что погнали! Если мне не изменяет память, дракона я убивал последний раз лет 8 назад. Сейчас мне 22, а начинал я играть в Майнкрафт, когда мне было 11. Единственный плюс, который у меня был, это пушка. С ней было намного легче. Окей, мы действительно можем справляться с автоматом. Так, давайте отсюда быстренько уничтожаем все кристаллы. Так, друзья, пришло время делать вутердроп. Не сделал, ну и ладно. Несмотря на то, что мы встречали монстров и посерьезней, было много критических моментов, где у меня оставалось даже 2 сердечка. Я уничтожил абсолютно все кристаллы, теперь можно фигачить по эндер-дракону. Все-таки лук я сделал не зря, потому что патроны на пушку быстро закончились. Я еще минут 10 пытался победить этого дракона, пока не сделал свой самый точный выстрел. У-ху! Офигительно, друзья. Это было сложно, учитывая, что я давно этого не делал. Мы подписчики Зимона! Чего вы хотите? Мы хотим, чтобы Зимон нашел дирижабль и отправился исследовать другие небоскребы. Так как я вам это организую? Я даже не знаю, где этот дирижабль взять. Ладно, мне показалось, что это будет смешно. Давайте к делу. В начале видеоролика мы посмотрели кассету, где был опаснейший монстр. Как говорилось в кассете, скорее всего, уничтожив его, мне разблокируется доступ к дирижаблю. И мы сможем исследовать все, что находится вокруг небоскреба. После дракона уже было ничего не страшно, так что я решил отправиться исследовать верхние этажи. Чего? За дверью еще одна дверь. Сундучела. Ага. 13.02.2001. Я же говорю, проще простого. Опачки, это что за монстр? Это тот самый босс, который был в видеокассете. Он даже делал кольца изо льда, которые закрывали и полностью блокировали меня. Ай-яй-яй, назад! Назад!
2,5 хп оставил мне! А ну-ка гляньте, тут два предмета каких-то появилось! Среди постаментов появилось два новых предмета после убийства босса. Алмазная видеокассета, а также ключ от воздушного порта. А ну-ка давайте кассету посмотрим! Начиная с 70-го дня начнутся всплески маг-энергии. Каждые 10 дней будет происходить всплеск, и последствия будут необратимы. То, что мы узнали в видеокассете, меня просто повергло в шок. Получается, уже через 9 дней будет первый всплеск маг-энергии. И как это скажется на моем выживании, я абсолютно не знал. Но понятно было одно, надо было быстрее находить дирижабль. И на 62-й день случилось это. Я нашел тот самый этаж. О май гад, подождите, подождите, подождите! Офигеть! Вы только гляньте, это же огромный целый дирижабль! Так, я что, реально могу в него сесть? И не только сесть, а даже управлять! Я аккуратно вырулил с воздушного порта и отправился к своей базе. Окей, спускаться нам придется достаточно долго, потому что нашего этажа я что-то не вижу. На 63-й день я наконец-то достиг своего этажа. Задача припарковаться, конечно, была не из легких. Я вот не знаю, как безопасно слезть. Так, ладно, попробуем так. Ой-ой-ой! Вы стали свидетелями того момента, как мне просто повезло. Один блок влево-вправо, и там пропасть. Окей, это было очень опасное приземление, но у нас теперь есть дирижабль. Он смотрится просто великолепно. И первой моей целью на сегодня было сделать какую-то площадку, на которой я смогу нормально парковать свою огромную махину. Вот такая вот стояночка у нас получилась. Давайте перегоним сюда наш дирижабль. Офигеть, у нас есть дирижабль, вы представляете вообще? Сейчас будем аккуратненько заходить на посадочку. Конечно, толком парковаться на дирижабле я не умею, но с другой стороны, откуда я должен-то? На 64-й день я решил отправиться к первому и самому видимому небоскребу из всех. Это, конечно же, небоскреб-бутылка. Мы приближаемся к крышке, и сейчас здесь будем парковаться. Есть, мы сели. Меня ждал первый этаж, и, судя по всему, там был песок. Это был пустынный биом, а в нем был монстр. С виду он выглядел очень стрёмно. Посмотрите, он спрятался от меня. Кто не спрятался, я не виноват. Опа, есть вода, даже вотердроп не надо делать. Погнали. После успешного вотердропа мне предстоял небольшой файт с монстром, а после осмотра локации. Бочка радиоактивных отходов это, ребятки. Кажется, я начинаю понимать. Это не просто бутылка-небоскреб. Это здание обращает внимание на проблему загрязнения окружающей среды. Каждый этаж тут отражает некую проблему, начиная от загрязнения океана до загрязнения городов. И мой посыл к вам следующий. Если вы имеете возможность, то поддерживайте чистоту вокруг вас, а также бережно относитесь к природе, ведь это часть нас с вами. Тем не менее, лифта здесь не было, и копать пришлось до следующего этажа вручную. Я там вижу каких-то странных хомячков. Не думаю, что они дружелюбные. Опачки, стоять, стоять, стоять! Смотрите, они воды боятся, посмотрите! Ой-ой-ой! Как обычно, монстры сначала пугают, а потом уже не кажутся такими страшными. Куча отходов, медный фонарь, патрончики и записка. Зимон муравей в бутылке, ха-ха-ха! Очень смешно, моя команда, очень смешно! Смотрите, друзья, это супер умное мусорное ведро. Я могу загружать сюда любые блоки и просто удалять мусор. Мы заберем эту штуку, потому что это очень нужная вещь. Продолжаем спускаться ниже. Что тут у нас? Ох, ё. Я никогда в жизни не видел таких птиц, особенно с такими глазами. Поначалу я думал, что они безобидные, но это оказалось совершенно не так. Я еще не сразу понял, так они начали выпускать на меня каких-то адских курочек, одна из которых оставила мне одно хп. Золотое яблочко, срочно! Ох ты, это какие-то серьезные птицы, ребят! Я не знаю, каким образом, но эти курочки опять начали на меня нападать, и мне снова чудом удалось выжить. Я уже вообще не хочу сталкиваться с этими птицами. Несмотря на хардкорность, я все равно с ними справился. Еще бы, я ж Зимон. Я уже предполагал, что на этом серия закончится. Этаж за этажом я изучал этот небоскреб. На 65-й день я даже добрался до этажа океана, где были всякие разные интересные рыбки. Я даже возвращался домой, складывал ресурсы и возвращался обратно. И вот на 66-й день я добрался до самого нижнего этажа в этом небоскребе. Это было сложно, но мы добрались до самого последнего этажа в этом бутылочном небоскребе. И на удивление здесь нет ни босса, никаких других монстров. Моя задача просто тщательно все изучить и осмотреть, а что я найду, забрать с собой. Может быть, какие-то сюжетные штуки тут тоже будут. Это, я так понимаю, какой-то заброшенный город, который повяз в загрязнении. Алмазный блок, смотрите, подождите, реально? Че, реально алмазный блок? Отлично, у нас теперь 9 алмазов есть. Здесь какой-то модуль радиационной защиты и книжка. Собери 3 трофея всех 3 небоскребов, и тогда тебе откроется продолжение сюжета. Не зря мы сюда пришли, потому что теперь было понятно хотя бы что делать. Всего дополнительных небоскребов, которые появились вокруг моего главного, было 3. Наша задача была из каждого достать какой-то главный предмет, и тогда мы получим продолжение сюжета. И надо было торопиться, потому что, как вы помните, на 70-й день произойдет нечто, что усложнит нам выживание. Это всплеск маг-энергии.
Новый день, и я не просто так пришел на этот этаж. Как вы знаете, на 70-й день случится первый всплеск маг-энергии. Я хотел вам показать, что же это такое. Вот эта вся синяя листва, синяя трава, вот эти цветы, это все последствия этой маг-энергии. А каких монстров она породит, это неизвестно. Медлить было нельзя, в тот же день я отправился на следующий небоскреб. Это был небоскреб будущего. Вот я понимаю технологии будущего, здесь хотя бы нормальная площадка для посадки. Но давайте посмотрим, что у нас из себя представляет небоскреб будущего. Посмотрите, насколько здесь другой лифт, офигеть. Что же говорить об ожиданиях этого небоскреба? Смотрите сами, насколько внутри он был технологичный. И мне уже было интересно, какие технологии смогу найти я. Посмотрите, как красиво здесь. Какой-то ученый тут стоит. Добро пожаловать в Зимариум. Ну и название. После всех происшествий на небоскребе мы решили спасти самые редкие и нужные виды растений. Все знания человечества, а также технологии хранятся на нашем небоскребе будущего. Мы храним весь человеческий прогресс и будем защищать его. Чувствую себя как дома. То, что в ящиках можешь брать. Ага, то, что в ящиках могу брать. Смотрите, здесь всякие саженцы лежат. Растения выращиваются. На этаже в ящиках я находил очень много интересных предметов, в особенности из Креэйта. Смотрите, а здесь стенды со всякими разными редкими цветами. Кристаллическая сирень, ледяной куст, свет луны, а также, что это, слеза солнца. Следующий этаж был еще интересней. Посередине комнаты был огромный конвейер, а также мне удалось найти некую записку. Ты можешь разобрать технологии на этом этаже для своих нужд. Ага, значит, этот конвейер и вот это вот все мы сможем использовать. Ох ты! Я даже не заметил, что сверху еще один этаж. Было уже поздно, да и места в инвентаре у меня не было. Я решил вернуться домой и понял, что места на складе у меня тоже не было. Так что на утро 68-го дня я решил на своей базе расширить склад. Я снова на небоскребе будущего, идем залутывать все, что здесь есть. Во благо человечества, конечно. И следующий этаж, на который я попал, был весьма необычный. Это что, база? Давайте так, скажем, я не особо понимаю что-то в искусстве. Ну, от слова я нифига не могу понять, что здесь нарисовано. Не, ну может быть похоже на авокадо? Или енота? А вообще это ежик. Раз глаз, два глаз и улыбочка. Оказывается, здесь есть не только картины, а также вот такие вот экспонаты, как клык Йетти, волшебная ткань, плоская рыба. Я же говорю, ничего не понимаю в этом искусстве. Тем не менее, хочу заметить, что экспонаты экспонатами, а ящики-то на этаже были, в которых были как раз такие технологии. По факту, весь небоскреб строился на том, что показывал нам какие-то интересные штуки, которые нас удивляли, но попутно в ящиках давая нам технологии. В особенности предметы из Креэйта, которые мы в дальнейшем можем использовать по своему назначению. Вот он, друзья, самый последний этаж этого небоскреба. Что-то типа чил-зоны. Посмотрите, здесь есть ящики, тортик, так сказать, за то, что мы весь этот небоскреб изучили. И самое главное, итоговый артефакт. Так, крутая плата и какая-то книга с пером. Найди 3 артефакта из каждого небоскреба, и тебе откроется продолжение сюжета. Все. Друзья, как вы понимаете, мы нашли уже 2 артефакта, и нам остался 3. Получается, завтра отправимся в следующий 3 небоскреб. Особенность этого небоскреба была в том, что с виду не было понятно, на какую он тему. И именно для этого на 69-й день я туда отправился. 69-й день, и нам необходимо сегодня попасть на этот небоскреб. Если предыдущие понятны были о чем вот этот вот небоскреб, я вообще пока не понимаю. И нам надо успеть все изучить и найти 3 артефакт. Так, вижу площадочку, туда и сядем. Не знаю, ребят, если у вас какие-то догадки, что может быть вообще в этом небоскребе, может средневековье какое? Пока я вообще не понимаю. Сели. Оказалось, что весь небоскреб посвящен теме Дикого Запада, шерифам, ковбоям и так далее. Изучив первую локацию, я заострил внимание на вывеске «Тюрьма» и решил туда спуститься. Вот это я понимаю в стиле Дикого Запада. Ага, друзья, добрый день. Да, что-то они грустные какие-то. Ну вот у одного из них можно было взять квест. Здорово, приятель! Не мог бы ты помочь мне сбежать отсюда? Так, а что ты мне дашь взамен? У меня кое-где припрятана целая гора золота. Только тихо. Если поможешь мне выбраться отсюда, оно твое. Что ж, ну хорошо, что мне надо делать? У моего знакомого отшельника на одном из этажей есть ключ от камеры. Иди к нему и попробуй договориться. Хорошо, я пошел. Попробуем. Небоскреб был действительно пропитан духом Дикого Запада. На первом верхнем этаже я нашел железную дорогу. И, конечно же, там были кактусы. Также я нашел аудиокассету, которая рассказала немного о жизни ковбоев. Эй, Джонни, давай грабим банк. Синди, дурак ты, у нас на небоскребе нет банка. Не проблема, Джонни, всегда так жили. Давай сначала его построим. Построим банк, чтобы потом его ограбить? Синди, ты гений!
Спасибо, Джонни. Ну вот и о жизни ковбоев, как говорится, узнали. Все не зря. На следующем этаже была какая-то пещера с отшельником. И как раз-таки у него я попросил ключ, чтобы вызволить того мужика. Но ключ он мне просто так не дал и сказал принести ему что-то для супа, и тогда он мне, конечно же, даст этот ключ. Смотрите, а здесь у нас обитают лошадки. Причем даже необычные лошадки. Очень круто, что наше выживание многогранно. Кто бы мог подумать, что вообще может быть небоскреб Дикого Запада. А он есть. И этот мир можно изучать. Так, надпись «Безумный ученый» мне уже не нравится. За найденные предметы в небоскребе я смог у этого ученого купить все, что мне нужно. Начиная от третьего итогового артефакта, заканчивая той штукой, с помощью которой я смогу вызволить того чувака с минус первого этажа. Круто на самом деле отсюда выглядит мой небоскреб. Посмотрите, насколько он масштабнее, чем этот. Вызволив парня и получив свое золото, я решил уже на дирижабле отправляться к себе домой. Как вдруг... Ты нашел все артефакты небоскребов, теперь ты сможешь пройти в лабораторию. Что ж, ты зашел дальше, чем я предполагал. Зайти в лабораторию? Это интересно, но сначала вернемся домой. 69-й день подходил к концу, а вот завтрашний день многие из вас ждали. На самом деле, 70-й день начался обычно, и никакого всплеска маг-энергии поначалу не было. Я спокойно отправился на этаж шахты, чтобы добыть немного алмазов, железа и угля. Как вдруг в чате пришло уведомление, что надо срочно спрятаться под землю за 10 секунд. Майнкрафт завис минуты на 3, а после, когда я решил вылезти из-под земли, я увидел следующее. Ё-моё, ребяточки! А где вы такие, блин, красивые появились, ё-моё? Так, я более-менее с ними справился. Посмотрите, как все покрылось маг-энергией. Надо срочно подняться обратно домой. Дома все было серьезнее, чем в шахте. Задели даже мою любимую ферму. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Офигеть. Цветочек, ты меня раздражаешь. А это что еще такое? Левитирующие острова прямо у меня дома. Более того, выйдя к дирижабле, я увидел, что весь небоскреб покрылся синей листвой. Весь оставшийся день я принялся убирать все эти сорняки. А то мой дом скоро превратится в какой-то заповедник. Подождите, а что с небом? Посмотрите, насколько освещение поменялось. В особенности закат, он стал бордовым. Посмотрите, звезды стали фиолетовыми. И небо тоже поменяло свой цвет. Офигеть. Это была новая реальность нашего выживания. Не стоит забывать, что время идет, а создатели небоскреба мы так и не нашли. И если мы не поторопимся, то вокруг скоро все закроет маг-энергия. А каких монстров она может создавать, для нас пока остается загадкой. На 70-й день на лифте я решил отправиться в ту самую лабораторию, которая открылась там совсем недавно после изучения трех небоскребов. Окей, друзья, я не знаю, что это за звуки и что тут за частицы вокруг меня летают на этом этаже. Опачки! Ё-моё! Нифига себе, это что за монстры тут такие? Лучше время, чтобы перекусить, ребят. Лаборатория была самой пугающей локацией из всех, которые были в этом выживании за 71 день. Монстры, которые могли становиться невидимыми и нападать из-за спины, а также издавая очень и очень страшные звуки. Сюда, скорее всего, нужна какая-то ключ-карта. Ладно. Опачки, посмотрите, это что за броня такая классная? Ё-моё, так я могу еще ее одеть. Вау, гляньте, у меня еще рука поменялась, смотрите. Окей, надо быть аккуратнее с этими монстрами, хотя думаю, что эта броня должна мне помочь. Опачки, здесь у нас еще и Скар, какая-то кувалда и даже какой-то миленький робот. Но поставить я его почему-то не могу. Так-то лучше, друзья. Наконец-то у нас нормальная экипировка в этом выживании. Теперь я думаю, что никакие монстры нам не страшны. Ой-ой-ой, еще один. Окей, ребята, они еще накладывают на меня темноту. В принципе, могу сказать, что моя броня держит достаточно неплохо их. Вот они. Расслабиться на этом этаже было нельзя. Только вдумайтесь, какие-то помещения, соединенные коридорами, в которых бродят невидимые монстры, которые нападают на тебя и ставят под вопрос все твое выживание. Изучая локацию, было понятно. Та самая закрытая дверь — это наша цель. Необходимо было найти ключ-карту, чтобы ее открыть. Так, я попал на какой-то склад. И здесь на складе абсолютно ничего нету. Или есть, смотрите, ключ-карта. Возможно, она подойдет нам для того, чтобы зайти в главный вот сюда вот вход. Опа, работает, отлично. Так, здесь у нас много разных патрон. Тяжелый покрытый металлом щит и патроны. Опачки, здесь кассета от создателя. Давайте-ка ее просмотрим. Вот здравствуй, это последнее мое обращение к тебе в таком виде. Я буду ждать тебя на верхнем этаже, ведь ты уже близко. Посмотрим, сможешь ли ты изменить этот мир. Уже скоро нам предстояло встретиться с создателем. До 100 дней у нас еще было огромное количество времени. Так что я решил анонсировать один проект, который мы прямо сейчас начнем с вами создавать. В общем-то, друзья, мы сейчас с вами будем делать свой собственный завод. Я нашел огромное количество механизмов из Крейта вот в этом вот небоскребе будущего. И подумал, в этом выживании очень мало этажей шахт. Потому что у меня кроме алмазной кирки больше нет алмазных инструментов.
Ну и железа тоже абсолютно нет. Так что появилась идея сделать свою собственную ферму-завод по производству слитков и руды. Для начала я решил сделать большую платформу, на которой мы будем строить нашу ферму-завод. На это ушел весь 72-й день. По моим расчетам этого оказалось мало. И 73-й день я тоже потратил на расширение этой территории. Что интересно, те ограничения на строительство блоков были сняты после того, как мы изучили все те три небоскреба. В связи с этим на 74-й день я решил проверить еще одну теорию. А что если мы на дирижабле просто попробуем долететь до самого верха. Но здесь уже ничего не получилось. Барьеры стоят около лаборатории. И пока мы не изучим через лифт новый этаж, выше подняться мы не сможем. И наконец, на 74-й день я начал строительство своего завода. Это было весьма трудно делать, потому что я не особо разбирался в этом моде. Что ж, пока что получается что-то вот такое вот. Вот здесь у нас по факту должен будет ехать гравий, который должен будет преобразовываться в железо и другой всякие разные мусоры и ресурсы. Посмотрим, что из этого выйдет. 75-й, 76-й и 77-й день я делал этот завод, исправляя огромное количество ошибок, чтобы все работало. Вы просто не представляете, чего мне стоило это построить. За это обязательно поставьте лайк. Сейчас покажу, как все работает. С виду эта вся установка действительно выглядит как огромный завод. Самый первый рычаг, который нам надо включить, находится вот здесь вот. Включая его, мы запускаем вот эти вот штуки и наш механизм. А там, между прочим, находится бесконечный генератор булыжника, который потом расщепляет этот булыжник и превращает в гравий. Этот гравий, в свою очередь, прочищается и превращается в кремень вместе с железом. Вот тут у нас, друзья, идет сортировка, и весь кремень, который нам не нужен, попадает в мусорку. А кусочки железа, кусочки, они отправляются дальше. А вот это некий автоматический верстак, потому что после того, как сюда попадают эти кусочки железа, они превращаются в настоящие слитки. И вот в эти прекрасные сундуки, друзья, у нас падает готовое железо. Я просто капец как устал, пока это делал, поэтому ставьте лайки и заказывайте мерч. Но ты там чисто на сайт зайди, поинтересуйся хотя бы, какие дизайны есть. На 78-й день какое-то количество железа уже создалось, а также были остатки моего, и я решил сделать пару железных големов. Потому что, сами понимаете, скоро будет 80-й день. Новый всплеск маг-энергии. Если в первый раз поменялась чисто листва, то в этот раз я уверен, что будут монстры. Не знаю, почему он не выглядит как железный голем, а как выглядит какой-то качок из качалки. Но от этого он нас меньше защищать не будет. Последний день до всплеска маг-энергии. И я решил продолжить изучать этажи, пока есть время. Я нашел этаж с какими-то прикольными монстрами. Прикольные они были, потому что не были агрессивными. И судя по виду, этаж был полностью поглощен маг-энергией. 80-й день, сегодня должен был произойти всплеск маг-энергии. И как я предполагал, он уже был серьезнее, чем прошлый. Первое изменение, вокруг нашего небоскреба появились разные острова, которые были наполнены огромным количеством контента. Ну и конечно же монстры, теперь их было просто дофига. Ох, ё-моё, нифига себе, это кто такие? Давай громилы, иди громи их, гляньте. Нифига он дает, ё-моё, гляньте! Ох, ё-моё, это чё? Это что за вертолеты тут такие, блин, на меня нападают? Окей, окей. В какой-то момент они начали уничтожать не только меня, но и мою базу. На протяжении всего дня я сражался с этими монстрами и еле смог дать им отпор. Это было очень трудно, и в какой-то момент я думал, что наше выживание просто закончится. Аккуратненько, ребят, еще молниями, блин, фигачатся вот эти штуки. Нифига себе! Ох, ребят, это было жестко. Посмотрите, они мне даже огород разнесли. И хочу заметить, что вот там появилась новая структура. Вот прям здесь появилась какая-то адская структура. Вот еще одна. Короче, их здесь просто дофига. И, наверное, надо на какую-то из них отправиться. Единственное, есть такая ситуация. Эти монстры оттолкнули мой дирижабль. И теперь мне придется до него порастраиваться. Хорошо, что я сейчас могу это сделать. На 81-й день я забрал свой дирижабль и отправился в новое путешествие. Окей, друзья, первая локация, на которую мы отправимся, будет вот этот вот кусок этажа. И мне не очень нравится, что там есть вот эти вот вертолеты. Так, попробуем аккуратно припарковаться. Ой-ой-ой, нифига он! А ну-ка, стой! Есть, одного забрал. Блин, круто, мы можем прямо с дирижабля отстреливаться. Отлично. Я сейчас просто стою на куске какого-то этажа. В одном из ящиков на этом данже я нашел интересную записку, которая натолкнула меня на мысль найти элитры. Я застрял на этом куске этажа, как хорошо было бы иметь сейчас элитры. А может быть нам их тоже отправиться найти? А то вдруг этот дирижабль куда-то далеко улетит без меня, и что я буду делать? Придется вот таким вот образом простраиваться. 82-й день, я был очень сильно, даже чересчур заинтересован этими островами. Они мне казались даже намного круче, чем те небоскребы в начале ролика. Так что сегодня я решил исследовать остров Нижнего Мира. Сундучелла, 35 огненных зарядов и разжигатель пламени. Фига себе, офигеть. Вот это нормальная пушка, ладно, тратить не будем, оставим на другие случаи. А здесь есть вот такая вот бронька. Я как будто бы в дум попал. Ну это, конечно, прикольно выглядит, почему нет? Ладно, я люблю дышать свежим воздухом. Что там, бункер виднеется или что это?
Дом Бабы-Яги какой-то. Какие-то развалины, смотрите. Зарядная панель, робот и энергетический планшет. Так, а это что? Бункер Малиновича? А ну-ка. Спустившись в этот бункер, я, конечно, очень сильно удивился. Я благородство играть не буду. Так что заказывай мерч Зимана, и мы в расчете. Да, это, конечно, сильно. Черепашьи яйца здесь лежат. Возьмем парочку и вырастим свою семью черепах. 84-й день. Я устал летать на дирижабле. И мне хотелось реально найти элитры. Так что для этого дела я решил отправиться обратно в Энд. Но сначала я хочу сделать пару дел по дому. В особенности поставить моего любимого робота, которого я не знал, как поставить, а теперь у меня появилась зарядная панель. Посмотрите, какой милашка! Он просто прелесть. А также я хочу вырастить очень много черепашек. Черепашки! Не прошло и пару минут, как первые черепашки уже вылупились. Они были просто малюсенькие. 85-й день, я отправился на поиск элитр. И везло мне не так сильно, потому что искал я их очень долго. С 85 по 89 день. Нашел я город края прямо в тот день, когда должен произойти был всплеск маг-энергии. Окей, друзья, я чувствую, что элитры уже очень близко от меня. Мы еще до корабля долетели, просто отлично. Время найти элитры, друзья. Вот же они, гляньте. До конца выживания оставалось 10 дней. Я думаю, наша с вами встреча с основателем небоскреба неминуема. И скоро мы узнаем, чем закончится эта история. По факту мы могли уже попасть к создателю небоскреба. Но я решил изучить оставшиеся этажи, чтобы пройти это выживание на 100% за 100 дней. Количество монстров существенно увеличилось, так как произошел третий всплеск маг-энергии. Хорошо, что у меня была хорошая броня, это спасало. На 93-й день я решил изучить те острова, которые еще не успел изучить, но теперь на элитрах. Посмотрите, друзья, мы можем летать вокруг небоскреба и изучать те острова, которые еще не успели изучить. Например, вот этот, мы еще тут не были. Оп, вертолетик. И что с ним можно сделать? Да что ж за такое-то? На 94-й день я решил восстановить порядок дома, разложить ресурсы по полочкам, а также восстановить какие-то повреждения, которые нанесли монстры. И на 95-й день я наконец-то решил отправиться на самый последний и самый верхний этаж в этом выживании. Помню, как мы первый раз зашли в этот лифт. Тогда я даже не знал, что это выживание будет настолько масштабным. Сколько этажей мы исследовали, сколько мы небоскребов исследовали каких-то других локаций. Это действительно очень крутое выживание и точно входит в топ-5 моих любимых. Ну что ж, сейчас мы будем готовы встретиться с тем самым боссом, создателем и основателем небоскреба. Не буду нагнетать, просто давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Где это я? Что за этаж такой? Окей, друзья, я не знаю, куда я попал, но это не похоже на этаж. Это же создатель небоскреба! Офигеть! Это невероятно! Ради этого стоило играть эти десятки часов в это выживание. Прости меня, это была ловушка. Сюда тебя заманил не я, а воплощение маг-энергии, захватившее мое сознание. Не ты первый, не ты последний. Я уже смирился. Прощай. Нифига себе, это что такое? Офигеть! Нифига себе, это что такое? Офигеть, ребятки, давайте валим его. Ё-моё, офигеть! Ё-моё, 3 хп, ребятки, 3 хп у меня, блин. 2,5 хп. Золотое яблочко, быстрее, золотое яблочко. Последний рывок, последний рывок. Все, друзья, получилось! Небоскреб был спасен. Спасибо, что освободил этот мир, Зимон. Вы спросите, где же еще 5 дней? Скажу так, на карте еще есть локации, которые я не успел изучить. И прохождение последних дополнительных 5 дней я выложу в своем телеграм-канале. Так что если вы хотите посмотреть, то ссылка находится в описании. Ну а с вами был Зимон, всем удачи, пока.